Движение вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Надо. Музыкальная разминка, мастер-классы и, конечно же, шведская ходьба. Одинцовские пенсионеры из клуба «Активное долголетие» приехали на фестиваль скандинавской ходьбы, чтобы пройти маршрут по самым живописным дорожкам парка Раздолье. В фестивале у нас принимают участие сразу несколько поселений округа. Конечно же, город Одинцово. Пригласили мы, у нас участники есть из поселка Внеисок и Кубинки-10. Мы стараемся организовать мероприятие для охватить максимальное количество людей нашего округа, разных поселений и чередовать по возможности. Вера занимается спортом уже 28 лет. Ее любимые направления в спорте – бег, танцы, скандинавская ходьба. Вместе с другими участниками клуба «Активная пенсионерка» каждый раз преодолевает большие расстояния. Мы ходим 6 километров каждый день. У нас есть тренер Владимир Аркадьевич, который занимается с нами. Глеб занимается с нами. В золотом возрасте то же самое. Но мы всегда ходим в Лазутинку. Так что у нас очень много тренеров, которые занимаются с нами, дают нам жизнь. Как полезна вот эта скандинавская ходьба? Потому что молодежь обычно, когда начинаешь агитировать их, они говорят, пусть бегают бабушки, дедушки, а мы тут еще побегаем, помучаем себя, да, не надо его мучить, надо восхищаться природой, да, красотой природы и общаться с людьми, которые рядом с тобой идут. Спорт, позитив и отличное настроение. Все участники праздника получили медали и призы. Ну а следующий фестиваль по скандинавской ходьбе пройдет на Лазутинке 21 мая в 10 утра. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».